Я хочу коротко сказать о нашей учредителе Ли Ту Йонг. Он всю жизнь, да, жил в машине. Эксклюзивная презентация мобильных лабораторий на базе автобусов для экспресс-диагностики COVID-19 состоялась во Владивостоке. Создателями инноваций стала известная южнокорейская компания Aha Motors, которая занимается транспортными поставками по всему миру и в том числе в Россию уже 30 лет. Aha проектирует основу автомобиля, а конечную модель и комплектацию конструируют согласно пожеланиям заказчика. Мобильная лаборатория – беспрецедентный проект. Таких в мире еще нет. Эта лаборатория дает возможность очень быстрого прохождения теста на определение коронавируса и также на определение антител. Это очень сильно экономит время, весь процесс занимает до 15 минут. Такие срочные тесты сейчас будут необходимы перед полетами, перед операциями, медицинскими всякими манипуляциями. Лаборатория имеет большой ресурс и емкости для быстрого тестирования большого количества людей. Испытательные тесты в Корее показали возможность диагностики до 200 человек в час. В зависимости от вида теста процедура занимает от 2 до 15 минут. Продуманы все детали, никаких физических контактов врач-пациент, абсолютная безопасность и исключение заражения с возможным вирусоносителем. Имеет значение даже атмосферное давление, которое влияет на жизнеспособность вируса COVID-19. В мобильной лаборатории это учтено. Сегодняшняя ситуация с COVID не оставляет нам иного выбора, кроме как пристально наблюдать за новейшими разработками других стран. Сегодняшняя презентация говорит о том, что на территории Приморского края мы сегодня имеем такую возможность использовать и сотрудничать, и брать все самое новое и интересное, все, что создала Южная Корея. Aha Motors выходит на российский рынок и уверена, что найдет здесь большое поле для взаимосотрудничества. Недавно в Корее компания подписала договор с общественной организацией «Зеленый крест», которая будет обеспечивать лабораторию необходимыми расходными материалами и тест-системами. Эта общественная организация сейчас разработала уже лекарство для лечения коронавируса. Это лекарство разработано на основе плазмы крови человека и сейчас проходит завершающий этап тестирования. Так вот, те компании, которые будут сотрудничать с компанией Aha Motors, им будет бесплатно предоставляться это лекарство для лечения коронавируса. Как уточняют в Prim-Service Group, мобильная лаборатория может располагаться не только на базе автобусов. Ее можно разместить в медицинских кабинетах, конференц-залах, спортзалах. Сейчас проходят заключительные испытания, и скоро состоится ее официальная презентация в Корее, после чего, надеемся, они появятся и в Приморье. Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.